А что можно сейчас посчитать? Скажи что-нибудь про интересную книгу. Ну, вот книга есть интересная. Ну, мы же прогуливаемся, да? Книга интересная есть. «Заревая медицина» называется. Очень рекомендую. В чем суть? Ее посоветовал один характерник. Как можно влиять на пространство вокруг тебя и время. В двух словах о сюжете расскажу. Студент один снимал жилье, ну, книга на реальных событиях, и поселился у бабушки в селе. И бабушка занималась целительством. К ней приходили люди, она садила их на лавочку, сама занималась своими делами, там, борщ варила, там, убирала в доме. И парень наблюдал, что в доме там начинало меняться пространство. То есть она не руками лечила, она просто вокруг себя создавала определенное поле и вот так воздействовала на людей. Причем был очень огромный эффект. И он потом ездил по разным инстанциям, по медицинским учреждениям, с профессорами встречался. Говорит, вот такой кладезь есть знаний, давайте это как-то поднимать. Ну, в советское время сказали, мы тут не можем травы до конца структурировать, чтобы людей лечить. А вы хотите, чтобы мы тут какими-то непонятными воздействиями людей лечили. Ну, так на этом и закончилось. Ну, она ему передала эти знания. В книге это описано, ну, частично описано. Коротко скажу. Совмещаем движение, дыхание, внимание и определенный речитатив про себя говорим. То есть начинаем создавать определенный гул, вибрацию. И вокруг нас начинает меняться пространство и время. Ну, вот так. Благодарю. Да.